Но мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 4. Днем плюс 8, плюс 12. В горах днем дождь, местами с мокрым снегом, ночью без осадков. Температура воздуха ночью минус 1, минус 8. Днем плюс 3, плюс 8. В Черкесске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем 8-10 градусов тепла. В селе Учкикенмала Карачаевского района открыли мемориальную доску супругам Узденовым, Аубекиру Харуновичу и Байдымат Манафовне на доме, где они жили. Руководитель районного отделения Республиканской общественной организации «Карачай Алан Халк» Аубекир Узденов был настоящим патриотом карачаевского народа, очень активный и энергичный общественник. По его инициативе был собран большой исторический материал о жертвах депортации карачаевцев в Среднюю Азию. Установлено в Карачаево-Черкесии много памятников для увековечения памяти имен героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Проведена большая, кропотливая работа по сплочению, прославлению рода Узденовых и карачаевского народа в целом путем проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных различным событиям и датам. А его супруга Байдымат Манафовна, заслуженный учитель Карачаево-Черкесии, внесла большой вклад в развитие образования родной республики. Напомню, Узденовы ушли из жизни в 2021 году. Пункт временного размещения в Карачаево-Черкесию прибыли первые беженцы из Украины. Семья из 5 человек приехала в Черкесск из Мариуполя. Условия места пребывания осмотрели премьер-министр республики Мурат Аргунов, его заместители Дмитрий Бугаев и Ирина Гербекова, а также региональные министры Казим Шаманов, Инна Кравченко и Руслан Шаков. В беседе отец семьи отметил, что они полностью довольны условиями размещения и горячим питанием, которое им предоставляют в пункте. Помимо этого, семья получит региональные выплаты, помощь в трудоустройстве, необходимое медицинское обслуживание и юридическую помощь. Кроме того, по просьбе семьи члены правительства предоставили коляску для их 8-месячного ребенка. Старшего сына уже определили в школу, а третьего помогут оформить в ясли. Хорошие условия, хорошие. Нам все нравится. Кормят, помогают. Вот сегодня нам подарили коляску ребенку, которую, к сожалению, мы оставили в Мариуполе, уезжая оттуда. Все нас устраивает, все замечательно. Какие планы у вас вот сейчас при помощи там правительства трудоустроиться? Куда хотели бы трудоустроиться? Какие планы вообще дальше? Как строить свою жизнь, если можно вообще строить жизнь? Ну, да, мы хотели бы, конечно, трудоустроиться, хотели бы работать, приносить пользу обществу. Нам общество помогло. Все-таки тоже вот уже хоть и несколько дней, но очень приятно, как нас встречают. Вот, поддерживают. Хотелось бы, чтобы и от нас была большая польза. В аграрно-технологическом колледже поселка Эркин-Шахар прошел фестиваль культур народов Северного Кавказа «Мы дружбой народов сильны», посвященный столетию образования Карачаево-Черкесии. Представители студенчества из братских регионов СКФО поздравили республику с вековым юбилеем, традиционными национальными подарками и художественными номерами. В торжественном мероприятии приняли участие министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко, председатель комитета Народного собрания Республики по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Алексей Ганшин, первый заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев, директор Государственной филармонии Рамазан Бароков. Карачаево-Черкесия – это уникальный уголок России с богатым историческим прошлым и со славными традициями. Народная культура всегда укрепляла нравственный облик жителей республики, была ее исторической памятью. И культурное разнообразие многонациональной Карачаево-Черкесской республики – это ее духовное богатство. Я желаю всем участникам фестиваля, чтобы все народы наших республик сохраняли свои традиции и берегли те отношения, которые сложились между нашими народами. Одному из самых значимых событий текущего года в республике – столетию образования Карачаево-Черкесии посвящаются различные мероприятия во всех городах и районах.
местах жителей Малокрачевского района обрадовали большим представлением, которое проходило в Доме культуры села Учкикен. «Сто лет под Эльбрусом» – так называлось праздничное отчетное мероприятие. Зрителей ждала очень интересная, насыщенная концертная программа, а также местные артисты продемонстрировали на сцене все важные вехи истории Карачаево-Черкесии. Собравшиеся с интересом посмотрели большое костюмированное шоу. Обычаи, традиции в виде инсценировок. Концерт принес гостям мероприятия порцию положительных эмоций и отличного настроения. Районный Дом культуры был наполнен улыбками и горячими аплодисментами, а любимые песни в исполнении неизвестных артистов – лучший подарок жителям республики в год ее юбилея. Мы в этом Доме культуры после капитального ремонта собрались, можно сказать, в первый раз. Официально даже открытие Дома культуры еще не состоялось, но тем не менее черный концерт проходит вот на нашей новой сцене. Конечно же, не может не радовать то, что, я думаю, и зрители, и жители района, то, что наш новый Дом культуры замечательно выглядит после ремонта. Затрачено очень немалые средства на этот ремонт и на реконструкцию Дома культуры, но тем не менее, вот результаты вы видите сами, начиная вот от пола, кресла, сцена, освещение. Все как бы ожило и живет вот новой жизнью. И нам очень приятно, конечно, и зрителям находиться в этом зале. Что касается самого концерта, я уверена, в наших творческих коллективах была, потому что они ведут большую работу. Даже вот в период пандемии они продолжали работать, я знаю. Эти два года, конечно, внесли существенные коррективы в нашу жизнь. Мы очень давно не виделись. Мы не видели собственных наших жителей, зрителей в этом зале. И многие, конечно, даже не знают о том, что этот концерт проходил сегодня. Но, я думаю, районное телевидение, республиканское покажет. Концерту этому предшествовала большая работа. И я думаю, что задумка наших коллективов, режиссера удалась. Они попытались и, я думаю, показали историю Карачаева-Черкесии, в том числе историю карачаевского народа с незапамятных, скажем так, времен, с древнейшей историей о том, как проходила организация, объединение в единую республику. Постарались показать культуру Карачаева-Черкесии на сегодняшний день. Что еще не может радовать? Это то, что вот я буквально с малых лет все время как бы вот вокруг художественной самодеятельности в районе и могу сказать о том, что вот таких богатых костюмов на нашей сцене, у наших детей, у наших творческих коллективов с уверенностью могу сказать, что никогда не было. Костюмы на самом деле очень богатые. Светоосвещение работает, вы видели, если съемки сумеют это показать, тоже на высшем уровне. Конечно, я очень люблю наших артистов, очень горжусь тем, что вот на уровне самодеятельности научить детей танцевать вальс, как Муса Исхакович, считаю, что ни один художественный руководитель не умеет, а как Далхат Рамазанович и его сын с такой любовью трепетно относиться к карачаевскому культурному наследию, редко кто сумеет, и на самом деле это, ну, как бы дорогого стоит. Конечно же, я пою давно, и для меня очень важно, когда я выхожу на сцену, я очень тщательно, очень так тонко подхожу к своему гардеробу, потому что когда ты выходишь на сцене, особенно вот сегодня мы с девочками в таких красивых платьях, и мы вживаемся в этот образ красивых горянок. Все вложили свои силы. Это два ансамбля народных. Это ансамбль Миннитау, ансамбль Илькер. Ансамбль Миннитау – это карачаевский этнографический народный ансамбль. Он показал именно танцы карачаевского народа. Илькер показал программу более обширную, где Карачаево-Черкесия слилась с Россией, и у нас уже появились вальс, появились более современные танцы, где ребята вот как раз изучают, и сегодня мы вам наглядно все показали. А почему вот такой монтаж сделали, начиная с древних времен? Ну, мы хотели показать историю развития карачаевского народа, акцент делали на историю развития именно карачаевского народа. И далее мы переключились на все пять народностей, лидирующих народностей Карачаева-Черкесии. Это черкесы, абазины, нагайцы и русские.
И поэтому мы показали, постарались показать немножко из всех традиций этого народа. Культуру затронули немножечко, да, культуру, так как мы едины, мы все на Карачаево-Черкесия, по 5 братьев. И поэтому мы эту программу единения не только в этом концерте, у нас во всех концертах нашего Дома культуры всегда эти 5 народностей, они неразделимы. В Москве прошел чемпионат России по тхэквондо, и сразу несколько наших земляков привезли в республику медали различного достоинства. Это юные тхэквондисты и тхэквондистки, воспитанники тренера Руслана Хутова. Насколько ожидаемы были эти результаты, что помогло нашим юным спортсменам на своих первых крупных соревнованиях выступить так успешно, и как они готовились к турниру? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой ответит тренер Руслан Хутов и его юные чемпионы. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Значит, в Москве прошел чемпионат России по тхэквондо. У вас сразу несколько медалей. Я хочу, чтобы ты рассказал, что там происходило, рассчитывали ли на такой успех. И, конечно, для начала представь, пожалуйста, своих воспитанников. Там удивительно, что у тебя и девочки победители. Давайте я начну с Расима. Пятижев Расим у нас стал бронзовым призером. Анушка Ангелина у нас стала серебряной призеркой в личном зачете. И золотую медаль она взяла в командном спарринге. В двух дисциплинах. Да. Угу. Блинау Вамир у нас в личном спарринге. Он стал бронзовым призером, командным спарринге он стал серебряным призером. И Бодракова Самира у нас в личном зачете стала первой. И, соответственно, в команде тоже привезла 2 золота. Угу. Ну, вот эти маленькие тоже по 2 медали привезли, да? Да, у нас они привезли по 2 медали. Как бы они вот вы рассчитывали? Ну, вы знаете, как любой турнир, любые соревнования, это все равно переживание, это все равно какой-то стресс. Но скажу, как есть. Были, да, переживания были, но я знал, что мои дети выступят достойно. И я считаю, что мы очень плодотворно съездили. Конечно, это все-таки Россия, это не региональный какой-то турнир. Да, совершенно верно. Как долго шла подготовка? Подготовка у нас шла на протяжении года. Да, мы год готовились, это упорные тренировки, это постоянно слезы, радости, возмущения детей. Но все оправдалось, как бы я доволен своими детьми. Угу. Ну, давай, наверное, спросим у Расима о впечатлениях. Расим, это вот первые твои крупные такие соревнования такого уровня? Мои первые соревнования такие, что прям много людей было. А так... Как впечатление? Ну, чуть мандраж был. Как ты вот готовился к выходу на татами? Как ты себя настраивал? Как вас тренер учил? Только на победу настраивался. А с кем ты вышел в финал? Николай. Фамилию не помню точно. Москвич. Москвич. Ну, у тебя бронза. Да. Это первая бронза? Угу. Ну, да. Я тебя поздравляю. Спасибо. Ангелина, самое удивительное, что я не рассчитывала на то, что Руслан сегодня приведет девочек. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в этот вид спорта? Чем он тебе нравится? Девочкам это нужно? Я считаю, да. Девочки должны уметь за себя постоять, обороняться. Пришла я к этому виду спорта сама, меня никто не подталкивал. Я увидела, как это красиво выглядит и захотела. А разве это красиво? Да, мне нравится, как красиво удары бьют. Это... Как давно занимаешься? Ну, 3-й год будет. Скажи, пожалуйста, вот как оставаться девочкой, вот нежной такой, хрупкой, и не стать жесткой, занимаясь тхэквондо? Ну, я не считаю, что именно спорт, этот вид спорта будет делать тебя жестким. Ты все равно остаешься самим собой, такой же женственной и нежной. Ну, расскажи тогда нам про чемпионат России. Какие у тебя впечатления? Это самые крупные твои соревнования? Да. Мне понравилось и сами соревнования. Мне понравилась очень Москва, тоже очень красивая была.
Волновалась немного в начале, mm-hmm. перед соревнованиями, уже когда я должна была идти. Но потом я преодолела свой страх mm-hmm. и уже спокойно пошла. Руслан строгий тренер? Руслан хороший тренер. Самирочка, ты расскажи теперь, вот как ты давно занимаешься. Тебе тоже понравилась Москва? Тебе тоже понравились соревнования? И как тебя дома отпустили, такую малышку? Ну, мне очень хорошо понравилось, и я сама попросилась идти на тэквондо. А дома тебя как отпустили на эти соревнования? Я сама с родителями поехала. Угу. Тебе понравилось? Да. Ну, ты, наверное, очень довольна, что у тебя медали. Да, довольна. Мне хочется спросить, ребята, у вас, какая у вас цель? Черный пояс у вас самая высшая категория, да? Да. Какая цель? Ангелина, расскажи, вот каким ты видишь свое спортивное будущее? Я хочу получить черный пояс и добиться, чтобы я получила золотую медаль в мировом уже чемпионате. В общем, ты собираешься заниматься дальше? Да. А в каком ты сейчас классе? В 9-м. Самира, ты будешь заниматься? Да. Как часто вы занимаетесь? Ну, 3 раза в неделю. Да. А и дома еще тоже. Руслан, много девочек у тебя в секции? Девочек, ну, 3. 4 девочки у меня. Там есть помладше, есть Самирина сверстница, 5 даже. Угу. И одна ровесница. А к ним у тебя особый подход? Ну, вообще, каждому ребенку нужен особый подход. Под каждого ребенка, не то чтобы подстраиваться, надо как-то завлекать, заинтересовывать его. Нельзя ко всем как-то одинаково. Ругаю всех одинаково, да. Расим, ты каким видишь свое будущее? Ну, спортивное? Конечно. В каком ты сейчас классе? 8-м. Скажи, пожалуйста, вот каким образом ты настраиваешь себя? Ты же участвовал еще в других соревнованиях, да. На выход. Как это происходит? Ну, у тебя есть какой-то ритуал или? Нет. Просто настраиваешься? Да, на победу и все, выхожу. Руслан, сколько детей у тебя сейчас в секции? Вообще, как у вас дела? Ну, в секции у меня порядка 20 человек, точно не скажу я. Что касается взаимоотношений, как вы сказали, дела, у нас взаимоотношения в зале между детьми очень хорошие. Вы на базе 5-й гимназии? Да, на базе 5-й гимназии мы проводим тренировочки. Насколько я знаю, ты 2-й год тренером там работаешь? Да, да. 20 детей. Все такие же успешные? Но вы знаете, вот сейчас у некоторых из них был обкаточный турнир, вот на Россию поехали. Вот сейчас ближайшие соревнования, которые будут, либо в конце года, там, в ноябре намечается, уже планирую повезти побольше народу. Есть талантливые дети, конечно же, в зале. Что это будут за соревнования, где они будут проходить? Они будут проходить в Подмосковье, в Подольске, в созвездии чемпионов. Вот это участие в чемпионате России, какое право этим детям дает? Поехать на следующий чемпионат? Ну как, это соответственно, да, поехать на следующий чемпионат. Но опять же, право, что могут гордиться собой, могу я гордиться ими, тренера гордиться, родители. Ну что ж, я поздравляю вас всех с успешным выступлением на столь престижном турнире. Конечно, я желаю вам новых побед и спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Спасибо вам. Вам спасибо. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14:30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшиоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. We'll be right back.
быть с вами. Спасибо. Не поджигай траву. Польза от поджога сухой травы – опасный миф. К тому же это нарушение закона. Огонь может перекинуться на деревья, дома, целые населенные пункты. В опасности не только лес, но и твоя жизнь. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони 8 800 100 ровно 94 20.